Так, и вот теперь такой момент рассмотрим, да, сет номер 0 до начала массажа, да, особенно если человек пришел с улицы, с мороза, да, а ему не было там возможности ни в горячий душ сходить, ни в баню, вот как мы его согревать будем, да, согревающая подготовка, поэтому я номер 0 говорю, потому что это все-таки еще не массаж. Первое, это может быть баня, кедровая бочка может у вас стоять, да, Б. Это может быть огненный дракон, техника такая, я его подробно не буду расписывать. Это через мокрое полотенце наливается спирт на зону спины, как правило, да, вдоль позвоночника. Ну, в принципе, он там на зону почек и печени там ставится, да, спирт разливается и поджигается. То есть теплота огня снизу согревает, эффект сауны такой получается. Либо мы используем еще проще, это теплые полотенца. Бывают электрические полотенца, матрасы, да, если их нету, то тогда просто там на калорифере, на батарее, там, на комфортках специальных можно разогреть полотенце. Неважно, сколько их, одно, там, два или одна большая простынь такая, да. Застилаем человека и обжимаем его. Такое топтание и обжимание, как бы, да, вот прежде всего это вот эти вот мышцы, да. Вот мы их так взяли, так помяли так несколько раз. Потом продавили вот лопатки. Вот здесь вот лопатки с плечами, да, продавили вот это место, вот, где крепятся мышцы к черепу, да, продавили зону легких, зона почек, зона подвздошной костей вот тут сверху, да, зона крестца, зона седалищных нервов, да, ну она же грушевидные мышцы. И зона под ними, вот под седалищной костью получается, вот такая вот зона, да? Зона середины бедра, середины икроножной мышцы, пятки и середина стопы. Вот продавили, промяли, это такая, знаете, техника, как будто вот слон так топчется, да, можете по очереди. Можно одновременно, да, вот так, ну, к столу прижимаем человека, и ему тепло от полотенца передается туда глубже. Смысл в том, что нам надо как бы мясо придавить к костям. Вот именно, чтобы костям передалось, да, вот это вот тепло суставам. Ну, сколько это делается, там, 2-3 минуты максимум. Вот, а дальше мы перейдем к сету номер 1, это уже конкретное растирание, разминание, да. Это уже наша массажная технология.